Больше 4 лет жители дома 85 по улице Школьной обеспокоены проблемой затопления подвального помещения. Они обращались во многие инстанции, но помощи так и не дождались. В итоге сообщили о своей ситуации на портал Добродел, в надежде, что их наконец-то услышат. Тяжелее всего приходится жителям первого этажа. Они дышат сыростью не только в подъезде, но и у себя в квартирах. Вот эта зловонь надоела уже 14-го года. То обычно как запахнет, потом придут, насыпят хлорки здесь, дышать нечем. Ну, сейчас вот приходили, сказали, чтобы пока не сыпали хотя бы. Вот. Потому что дети тоже сами дышать нечем, букашки из подвала ползут, кусают. Так что вот это проблема вся. Жителям верхних этажей немного проще, хотя и они ощущают неприятный запах. Я, кстати, не знала, что это затопление, мы не особо вникаем, но запахи постоянно какие-то у нас, проблемы с мусоркой. Если запах неприятно чувствуется, ну, что делать? Может, пройдет сам, а может, придется что-то делать. Мне кажется, что там вода как где-то скапливается, но это мне кажется. Коммунальные службы периодически приезжают, чтобы откачать воду из подвала, и считают, что суть проблемы вовсе не в их бездействии. Она не наша проблема, вот как бы жильцы так пользуются, эксплуатируют там системой канализации, смывают все подряд, потом пользуются химией, типа тиры, турбо, вместе с жиром коксуются в трубах, происходят запоры трубы, тромбы, но мы периодически пробиваем их и все. Кто прав, а кто виноват, можно лишь предполагать. А жильцы дома продолжают надеяться, что с их проблемой им все же помогут разобраться. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева, Видное ТВ.